Аха, где Хунвальд? Он не хотел, чтобы я его утешала. Я люблю мальчика. Но не знаю, что будет, если он станет элдерменом. Он раним и рассеян. Он уехал на север по мощенной римской дороге. Думаю, к большому старому дереву. Он часто бывал там с отцом. Но какая сила подтолкнула тебя к обману? Никакая, Эйвор. Я считала своим долгом лгать ради Шира, пока не узнала правду. Красивое оправдание для лжи. Так, и? Что? 900 метров? Это что? В каком порядке? Как убили? Фьюрис. Прости мне, Господи, мои грехи. Боящиеся Господа, восхвалите его. Надо еще прокачаться, пока дают. Там все, да? Не знаю я никакого Хунвальда. Даже имя еле выговариваю. Он Хунвальд или Гунвальд? Тут? Где он? Или это он ехал к нас? Скорее всего, он ехал. Поганушка. Что ты пришла? Добро пожаловать, друг мой. Все посмотрим. Тен Эльфгар, вижу в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. У тебя много земли и зерна. Хвастать этим, живя на одиноком холме, ты храбр. Дело в доверии.
Я верю, что уважение ко мне удержит и саксов, и данов от искушения. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Зачем? Дивное оружие. Работа мастера. Спасибо. Я знал, что ты оценишь. Конечно. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь. Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. Ну, пойдем. Если честно, Эйвор, мне уже давно досаждает огромный медведь. Не, я должен разделаться с ним, пока не случилось несчастье. Ты позвал меня убить его? Да, и я так рад, что ты согласилась прийти. Думаю, ты лучше других знаешь, что я способен управлять Широм. Хотя королевский род считает... Так кто там был это? Вот, блин. А, нет, какой-то жирный чувак. Блин, конширь. Здешние люди полны жизни и надежд. Но теперь Шир увядает. Чтобы жить, ему нужна свежая кровь. Скажем, я. Что, прости? Я свежая кровь в чистом виде. Может, мне претендовать на место элдермена? Ох уж ваши мрачные шутки. Грубые, как молот. Тот, каким вооружен ваш бог грома. Увы, забыл его имя. Ну и? Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши люди. Люди вроде тебя. Те, кого я уже видел. Плевать, что говорят дураки вроде Херефрита и Хунвальда. Даны — достойный народ. Вовсе не глупый. Спасибо, что заметил. Я помню, как даны впервые здесь появились. Местные были в ужасе. Их пугали не... Так мы охотимся? Или ты ждешь, чтобы я заплела тебе косы? Охотимся, конечно. Логово зверя где-то здесь. Старый друг, как же я рад тебя видеть. Вот приятный сюрприз. Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают даны? За всех данов не скажу, а я хорошо. Жду не дождусь охоты, ведь ты для этого меня пригласил. Да, верно, отлично. К слову о данах, я хочу представить тебя, Эйвор. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба даны. Очень приятно, Грим. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Он... Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если зверь и впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. И чё, реально охотимся? В этом лесу полно всякого зверя. Не найдем медведя, найдем кого-нибудь на ужин. Власть над этой землей дарована мне богом. Он позаботится о нас.
том, что тут живет зверь, сомневаться не приходится. Это не медведь. Волки. Вы должны кое-что увидеть. Что? Это дым? Боже! Мое поместье пылает, как хворост! Скоро огонь охватит поля. Эйвор! Ты умелый воин, и я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами! Горстки щуплых мерсийцев меня не напугать! Убью!
что говорить. Но... Делай, как я. Иисус, помоги нам. А, так он не... А, я не жал. Ну, иди сам все убирайся. Давай, говори. Говори. Кому говорят, говори. Не будешь говорить? Я быстрее! Ебану! Так и будешь буговать? Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожары. Верно. Это к пожарным. Они вроде тушат. Ужасно! Море пепла! Благодарю тебя, Эйвор, за помощь! Ты богатый человек, Эльфгар. Отстроишься. Конечно. Но сколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! Как мы видим, отношения не имеют. Да уж как мы сами. Прочь, зверь! Прочь! Больше ты меня не потревожишь! Эльфгар, берегись! Где моя шкурка? Вот, видишь? Говорил же, что приглашу на охоту. Офигенно. Чудно! Просто чудно! Давно такой охоты не было. Где моя лошадь? Так, стоп, подожди. Он тебя бутает. Оливандер! Что мы провели здесь с тобой, угу. На этом месте, как мы прятались в камышах. Эй, эй, Эйвор! Это ты? Я соберу все. Все, что вижу. Жадно. Эйвор, какой приятный сюрприз. Выпьешь со мной? Хунвальд? Садись, побудь со мной и полюбуйся видом. Не предавайся горю, Хунвальд. Если ты не будешь осторожен, этот яд отравит твою кровь навсегда. Не беспокойся. У меня есть противоядие. Не стоит пьянеть от горя и поддаваться тоске. Дай горькой любви согреть мед твоих глаз и к победе путь указать. О, чудесно сказано. Мой отец полюбил бы тебя. Он любил всех, кто прекрасно владел и мечом, и словом.
Он был добрым и любил своих людей. Да, он бы мне тоже понравился. Мы так часто бродили с отцом в этих местах. Охотились вместе. Но если я и ловил кого-нибудь, то лишь самых мелких зверушек. Я никудышный охотник. Но он говорил, что гордится мной. Каждый раз. Выпьем. За лорда Хундбиорта из Линкольншира. Он умер и покинул этот мир. Но при жизни был стойким, как это дерево. Старый мудрый дуб. Да. Сколь! Сколь! И тут отец говорит. Коза та, только развернуть надо. Классно, английская шутка. Лебяжьи стати по нраву эта история. Любит посмеяться. Отцу бы она приглянулась. А, твоя избранница. Она так безупречна. Знаешь что? Мы заглянем к ней. Отправимся в Бримск. Я за тобой. Выпивка и верховая езда гонят все печали прочь. И все съеденное тоже. Хунвальд, пока не забыла. Где мой конь? Хунвальд, пока не забыла. Я говорила с Эльфгаром. Он подарил мне оружие твоего отца. Не странно ли? Не знаю. Они часто охотились вместе. И не мудрено, что у него была отцовская вещь. Может, хочешь забрать? Сохранишь на память? Нет, нет. Тебе оно больше подходит. Я оратор, а не воин. Идем. Увидишь мой шир во всем величии. Что саксы знают о величии? Ты ведь никогда не видел гор? И фьордов, глубоких, как раны великанов. Водопадов, от которых зимой валит пар. Снегов, сверкающих, как алмазы. Вот величие. Что ж, если ваш родной край такой величественный, зачем плыть в Англию? На алмазах не вырастить урожай. Ха, так и есть. От здешней природы и впрямь захватывает дух. Именно так. Я люблю этот край. И буду защищать его, если пойду по стопам своего отца. Говорят, что я глуп и неопытен. Но я бы хотел, чтобы меня судили по моим помыслам. Что это? Птицы, Эйв. Им не сказали, что сегодня день скорби? Тихо. Побудь здесь, что-то не так. Лучшая защита нападения. Эйвор, меня холодный пот прошиб. Не уходи. Спокойно. Мне нужна твоя помощь. Умри! Дерись или прячься! Ну! Сил, чтобы выжить. Карабкается! Там! Бей эту сволочь!
легко. Иди сюда. Эй, что там садишься? А, ну что это все вопросы? Славный бой, Эйвор! Офигенный. На тебя дважды напали, Хунвальд. И все тщетно. Нам повезло. Будь осторожнее, или они преуспеют. Кто-то в Мерсии хочет тебя убить и готов избавиться от всех, кто будет мешать. Да, от всех и от лебяжьей стати. Моя любовь, скорее, нужно спешить. Хунвальд, я серьезно. Ты слушаешь? И внимательно. За мной. Хунвальд, тут точно безопасно? Да, места безопаснее нет. Что ж, у меня есть шанс стать Элдерменом, но я должен доказать, что достоин. Тебе, Ширу, ей! Я не могу без своей возлюбленной. Благодаря тебе я понял, как страшно пренебрег ею, погрузившись в свое горе. Убедиться бы в этом. Небесам. Вот она! Хунвальд, я думала, ты мертв. Прислал бы весточку. Мы давно не виделись, моя прелесть. Мне очень жаль, что так вышло. Ничего, милый. Я чахла без тебя, но не завяла. Чё за пухляш? А это кто? Ах, да. Рад представить тебе. Эйвор из клана Ворона. Здравствуй, Эйвор. Рада познакомиться. И я, лебяжья стать. Какие вежливые. Я сомневалась, верить ли рассказам Хунвальда, и зря. Удивлена, что он выбрал Данку? Не совсем. Удивлена, что ты выбрала Сакса. Но Хунвальд, видно, умеет смягчать сердца. Эйвор помогла мне найти отца. Но дело обернулось куда хуже, чем я надеялся. В чем дело? Мой отец умер. Вроде бы от страшной болезни. А затем его тело спрятали в какой-то подвал. Любимый мой, мне так жаль. И здесь, в Шире, есть люди, жаждущие отправить Хунвальда вслед за отцом. Пусть рискнут. Я убью их. Скоро созовут совет Шира. Пусть Хунвальд дождется его здесь, вдали от чужих глаз. Может, мне от всего отказаться? Забыть о титуле отца? Я могу жить здесь, с тобой. Только ты и я. Нет, Хунвальд. Ширу нужен смелый, добрый правитель. Займи место отца и продолжи его дело. Силы лебяжьей стати хватит на вас двоих. Слушай ее. Да. Если кто сможет ободрить меня перед советом, это ты, любимая. Заходи в дом и отдохни, любимый. Удачи, Эйвор, и спасибо. Приглядывай за ним. Его уже не раз пытались убить. Мой клинок наготове. Не сомневаюсь. Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн, чтобы за всем проследить.
здесь вообще? Где это мы? Слушай, такие глючные-то сегодня. Аха, скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойней. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же. Когда будут голосовать? 12 лордов Линкольншира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по 4. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужила доверие 3 наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твое мужество. Это важное решение для ваших людей. Что ты посоветуешь? Я ценю мудрых и праведных правителей, а не глупых друзей на троне. Пойдет любой, кроме Хунвальда? Я люблю Хунвальда как сына. Но доверь ему камень, и то неясно, уцелеют ли и тот, и другой. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Приветствую, лорд. Я все верно понял? Ты поможешь нам выйти из тупика? Да, верно. Дашь совет, пока я не сделала выбор? Хундбьорд был безрассудным, но храбрым и честным человеком. Я вижу эти черты в его сыне. А значит, мой выбор — Хунвальд. Ты из свиты короля Кёлвульфа? Да. Король благословляет всех вас. Каков бы ни был ваш выбор, король его одобрит. Он быстро учится. Славно. Добрый вечер, Эльфгар. Эйвор, нет же ничего дурного в том, что я ищу твоей поддержки. Но она нужна мне. Голоса разделились поровну. Это трудный выбор, Эльфгар. Я отнесусь к нему серьезно. Да, конечно. Но позволь сказать откровенно, я тот, кто приведет Линкольншир к процветанию и победе. Я верю в твою искренность. Грим, рада видеть тебя вновь. Я тебя рад, Дрэнк. Видно, в Британии уже привыкли, что по ее землям разгуливают даны. Кого поддерживаешь ты, Грим? Если не ошибаюсь, Эльфгард твой друг? Да, он хороший человек. Но я скорее за епископа. Епископа? Странное решение. На этих христиан легко надавить. Они отчаянно не хотят сражаться и согласятся на все, что предложит дан. Поддержи Хунвальда и род яростного ли... Епископ. Эйвор, спасибо, что бесстрашно принимаешь участие в Совете. Я удивлена, что ты поручился за меня. Если честно, я и сам удивился. Но так я смогу испытать веру Господа в мои силы.
Благодаря мне в Шире скоро закончится век беззакония. Видит Бог, мое сердце полно любви к Линкольнширцам. Я молюсь, чтобы он помог тебе принять решение. Безумный ход, епископ. Настолько, что может сработать. Что ж, в любом случае, спасибо. Храни тебя, Бог. Держи Хунвальда, и род яростного лебедя вернет себе былую славу. Что за чудик? Как ты, лорд? Я горячо молюсь, и моя воля тверда, Эйвор. Став элдерменом, я подарю Ширу радость. Хороший правитель не только веселится. Он должен быть силен, суров и готов пойти на риск. Само собой. Здесь требуется сила, мудрость, отвага. Меня не затянет болото посредственности. Не бойся. Рада слышать. Никто не помог. Три человека, три исхода. Кто из этих жалких кукол лучше спляшет, по твоему слову? Я должна решать не ради себя, но ради своих людей. Кто будет полезен нам в час нужды? Нельзя знать наверняка, как к тебе относится другой. Думай лишь о себе. У всех есть достоинства и изъяны. Хунвальд не самый умный или хитрый, зато добрый и храбрый. И то, и другое поможет в час беды. Правь с гордостью, яростный лебедь. Законный совет Шира постановил, что элдерменом Линкольнширра станет сын покойного лорда Хунбьорта, лорд Хунвальд Линкольнширский. Я не знаю, что сказать. Я страшно, безумно благодарен. Да. Что тут добавишь? Я не знаю. Мне не достает отца. Лучше бы он стоял здесь, а не... Что ж, я буду стараться. Ради каждого из вас. Поднимем чаши. Выпьем за нового элдермена. Как мы все знаем... Это решение пока еще не окончательное. И теперь мы нижайше просим нашего короля утвердить этот выбор. Но беспокоиться не о чем. Кёлвульф друг и Саксом, и Даном. Он наверняка одобрит наше решение. Наш верный добрый друг Этельсвита. Ядовитая гниль... Поразила весь этот шир. Есть лишь один способ извести ее. Что? Это значит? Элдермена Линкольнширра, ко мне! Ради торжества древних, убейте всех! Эй, держись, Хунвальд. Хватит, Боже! Смотри!
Сдавайся, Элдермен! Хватай оружие! Встречает нового Элдермена. Уже не дышит. Надо отыскать живых. Готов просиживать зад, Хунвальд? Место Элдермена твое. Как военный советник, рекомендую схватить мерзавца сразу. Он еще близко. Сперва похороним павших, да? Это решать тебе, Элдермен. Да, верно. Похороним павших и соберем фирт. У меня просто нет слов. Верный служитель церкви. Я буду молиться за этих несчастных и поставлю на ноги всех раненых. Удачи, Аха. И тебе, Эйвор. Храни тебя Бог или боги. Deluculo electae, inerpis verdem Posiponam, et Biblia quosa paterna sum, tales enem voluntantum de.
напасть средь бела дня? Ненависть епископа не... Хунвальд, ну что? Мы узнали, что после резни Херефрит уехал в крепость в Анкастере. Я уже собрал там фирт. И довольно большой. Люди ждут твоих приказаний, Эйвор. Точнее, твоих, Элдермен. А, да, точно. Моих. Ну и... Что нам нужно сделать? Кто знает. Отправимся в твой лагерь и вместе выясним. Херефрит дружил с моим отцом и всегда был дорог мне. Ты съел на мою ложь? Не понимаю, что на него нашло. Прежде чем начать резню, он упомянул один древний орден. И я знаю точно, что на него нашло. Правда? Расскажу в другой раз. Это вызовет отвращение у прихожан всей Мерсии. Херефрит — грязное пятно на имени епископства. Ваш Христос был занятный малый, хотя слишком мягкий. А вот христиане редко похожи на него. Этот день прошел не зря, Эйвор. Сегодня я узнал, что дух отца по-прежнему горит во мне. Узнал благодаря тебе. О дне, когда был спасен Линкольншир, сложат песни, и твое имя будет в каждой строфе. Не торопись, Хунвальд. В этой песне пока маловато строк. Гром битвы зовет нас. У вас, язычников, страсть к битвам. Я ее не разделяю. Меня страшит дьявольский пир, который готовит епископ. Пусть епископ не тревожит тебя. Он сам станет угощением, ведь с нами Эйвор. Ахе, верно, очень тяжело. Епископ был ее другом. Должно быть, чувствует себя так, будто сам дьявол напал на ее монастырь. Я говорила с ней. Она скорбит, но полна мужества. Все будет в порядке. Ее обманывал тот, кто должен был служить Господу. Народ Линкольншира! Не забывай! А вот и лагерь, видишь? Очень скоро фирт будет готов к битве. Пусть выпьют и отдохнут. Впереди тяжелый бой. Наш полководец прибыл. Фирды готовы к бою. Скажи, Эйвор, смогут ли люди, которые здесь собрались, победить? Если их храбрость вдвое превосходит их число, возможно. В вашей Вальгале есть место для яростного лебедя? Конечно. Поднимай свое знамя. Значит, мы готовы? Начинаем. Готовь фирт. Сперва мы пробьем внешнюю стену, затем перебьем тех, кто внутри. Мне! Thank you.
Линкольншира. Где ты вообще? Подождите. Окей. Лучше всего тараном. С этим я помогу. Стоим. Стрелы, берегись! Ну, так, конечно. Ударим сильнее! Воротам конец! Таран нам больше не нужен! Вообще? Окей. Все кончится!
Мейвор! Херифред безумен! Ты, говори, где епископ. Хватит смертей на сегодня. Он заперся в часовне. Прячется. Проклятый трус. Каждый здесь должен получить по заслугам. Обходим! Сгодишься.
Иди, господин, мы проиграли. Продолжай дело Божье, сын мой! Смерть язычнице! Когда надел эти одежды и крест. Когда унизился, чтобы нести свет нашего ордена людям. Когда пробивался наверх в этой заурядной церкви для заурядных людей. Лучше бы я жил, как жили древние. В этом людское безумие, Херифрид. Мы плещемся в своих неудачах, как свиньи в помоях. Лучше б ты полюбил жизнь. Что так, а где? Я в соседнее здание попал. А, в соседнее попал. Эйвор, епископ, с ним покончено? Он юлил и много болтал. Теперь он мертв. Я жалеть не стану, но Аха будет горевать о нем. Ты славно сражался, лебедь. Даже получил сегодня пару царапин. Заживут. А я стану сильнее. Теперь ты правишь Линкольнширом. Самый трудный бой впереди. Я все еще слышу грохот битвы.
Кажется, я понял, как вести за собой людей. Славно. Я хочу попросить об услуге. Проси. Теперь я буду вести опасную жизнь. На первых порах точно. Может ли лебяжья стать укрыться у людей из твоего клана? До тех пор, пока опасность не минует. С радостью примем ее. Спасибо, мой норвежский берсерк. Без тебя в медовых залах нашего Шира будет пустовато. Наши люди теперь связаны братством. Если что, помощь придет. Проклятие. Я не умею прощаться. Ну все, хватит. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.